Зара Мустафаева. Андрей Андреевич, всегда желаю всем добра. Переживаю, если кто-то с кем-то ругается. Люблю, когда вокруг меня радость, смех. Стоит ли мне всерьез обидеться? У этих людей что-то происходит плохое. Что это? А вы не услышали, что я в самом начале сказал? Вы обрели силу. Эта сила называется сила угнетения эгоизма. Если рассмотреть, допустим, любые абсолютно религиозные доктрины, то в этих религиозных доктринах говорится о том, что человек достигает эзотерического, магического могущества в том случае, если он может оседлать свой эгоизм. Где об этом говорится? Это говорится в Бхагавадгите. И, конечно же, я с этим абсолютно согласен. А как человек может это все у себя контролировать и как он может проявлением своей доброты? Единственное, что может у человека полностью устранить его, допустим, как развить, что может сделать человека энергетически сильным, энергетически мощным, внутреннее состояние доброты. Я хочу вам утвердительно на 100% сказать, те люди, которые говорят, что мы жахнем, мы еще что-то сделаем, и там как-то сделаем плохо этому человеку, перед вами сидит человек, который проводит обряды, и который проводит целительные сеансы одновременно с 10-30 тысячами человек. Вы видели сами, как я это делал. После этого у меня не то, что не меняется настроение, чувствую себя хорошо. У меня есть дар. Чем больше плохого в мою сторону, тем я богаче. Именно поэтому я заинтересованный человек, чтобы появлялись люди, которые меня ненавидят, не любят, которые вредничают по отношению ко мне, которые готовы там жечь, палить или еще что-то делать. Вот когда такие люди находятся, они всегда находятся в эзотерике, конечно же, такое бывает, вот недавно ситуация такая была, то я им очень благодарен, потому что чем больше они будут фыркать и там, чем больше будут заниматься энергетически со мной, тем внешне я буду становиться красивее. А 50 лет, понимаете, а хочется еще и помолодеть, и быть красивым, и быть там счастливым и так далее. Ум же только начал появляться, а еще ж тело хочется, чтобы оно и красивое было, и там спортивные и так далее, а заниматься этим не хочется. Но один вот из возможностей — это магия. То есть если находятся такие люди, которые меня ненавидят и не любят, ура, наконец-то. Но вот было бы еще хорошо, если бы они еще и делали, а то они делать не хотят. Они только фыркают, глазами там мотыляют, а делать не хотят. Почему? Я ничего не делаю для этого. Они фыркают ночью, я утром помолодел. Говорю, о, отлично. После этого заключил договор с какой-то компанией, заработал дополнительно денег. Почему? Кто был на марафоне 6, знает, как я это делаю и понимает четко, как я это произвожу.